Так, друзья, рассказываю вам, мы приехали на смотровую площадку. Это вот где выйдем просто, а чуть не упал. А вот это вулкан, а вот это рухнувший кратер вулкана. Здесь было извержение 23 тысячи лет назад, не застали мы с вами этого. Вот, и было извержение, и потом кратер подмывало подводными водами, и вот он рухнул, и получилось вот такое озеро с пресной водой и чуть-чуть соленой водой. Представляете? На самом деле, что касается Никарагуа, то, конечно, уже 20 лет здесь правит Даниэль Ортега. Недавно вновь пришел к власти. Ну, оппозиционные все каналы закрыты. Лидеры оппозиционных партий сидят в тюрьме. Вот. И вообще, как говорят по телевизору, здесь Никарагуа, все отлично, все хорошо, лучше всех. В общем, вот такое. Ну, серьезно, так говорят. Но при этом люди живут очень бедно.